Короче, я зачистил опорную точку противника. Как видим, тут куча тел. Я нашел телефон. И номер штаба вот на листике. 104. Так у меня не получается ебаный телефон взять. Сейчас, если получится, я позвоню в штаб противника. Пиздец. Блять, наконец-то получилось. Так, звоним в штаб противника. Мне даже интересно, что они скажут. Что-то никто не берет. Сука. О, аппарат. Ты тоже, блядь, пришел звонить? Блядь. Добрый день. Добрый, здравствуйте. Это пиццерия? Это да, противники. Мне, пожалуйста, пепперони и 4 сыра. Мы тоже хотели позвонить. Это какой пост? Можете, пожалуйста, сказать? Чисто по-людски. Это Хоп. Звоню с Ютуба. Передаю вам привет. Привет. Наш, ну короче, это не пиццерия, это Патрик. А, понял. И вот, это штаб. А вы хотели что-то, может? Я хотел передать привет от Ютуба. А, Ютубу, спасибо за привет. У меня рука течет тут немного, можно я положу трубку? Хорошо. Ну тут, да, мы ну, скоро, всех... скоро мы к вам придем, так сказать, в гости, и уже у вас ничего не будет течь. А столик резервировать под вас или не надо? Да, оформите на двоих. А что так мало? Мы что, так много убили, что ли? Ну там кто-то на мину наступит, кого-то ОГшкой убьют, там человека два, думаю, останется. Бывает, бывает. Ну хорошо тогда. Мы вам это подарок от заведения будет. Спасибо большое. До встречи. Блять. Это что за наебал?